Примерно в 3 часа выехали в сторону Горного Алтая на Телецкое озеро для оказания помощи поисково-спасательному отряду. С собой везем судно на воздушной подушке, которое может двигаться по воде, по земле и по льду. Надеемся, что окажем своевременную помощь. Начальник Бердского поисково-спасательного отряда Ярманов Николай Егорович. Я звонил, уточнялся, мне сказали, все заправили, но все нормально. Сейчас вот по 30 литров. Ну вот у вас РНК. Сейчас подъезжаем на них.